Всем привет! Собрал повышающий преобразователь, который работает от 1,5-вольтовой батарейки на транзисторе BC547 с подстрочным резистором 10 кОм. Поджигает он неонку. Значит, смотрим работу. Так он говорит, подстрочником можно накрутить яркость. Вот таким вот образом. Подстрочник стоит в базе транзистора. Эту катушку я мотал на готовом дросселе. Дроссель индуктивностью 4,7. Катушку сверху намотал. Сначала метков 15. Потом отвод от середины. И еще витков 10. Вот. На этот отвод от середины подается плюс питание. Вот. Работает он, скорее всего, в режиме как блокинг-генератор. То есть на базу, на транзистор, на коллектор, эмиттер можем подключить светодиод. И он тоже засветится хорошо. Схема потребляет в среднем от 20 миллиампер до 120. Вот, ну, соответственно, при 20 миллиампер неонка светиться не будет у нас. При 150 она светится хорошо. Ну, тогда уже начинает немножко греться транзистор. КПД такой схемы, я не знаю, скорее всего, она очень низкая. Но, тем не менее, имеет место быть. Сейчас можно подкинуть светодиод, посмотреть, как он будет светиться в цепи метроколлектора. Так. Вот полярность, кстати, тоже здесь играет роль, видимо, всплески, импульсы идут в одном полупериоде. Ну, светится достаточно ярко. Ну и схем потребляет много. Вот. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, пишите.